фонде, в Российском фонде фундаментальных исследований. Ну, тоже как слова знакомые, все. Потом, значит, всякие ландшафтные. Много-много всяких разных. Недвижимость там между делом промелькнула. Ничего не получилось. И что вот из этой истории я хочу сказать, что совершенно потрясающее, замечательное образование, которое мы получили на географическом факультете. Куда бы мы ни попадали, в недвижимость ли, в экологию ли, в Российский фонд фундаментальных исследований, в отдел социологических исследований российского телевидения. Я везде, как бы, оказывается, я все знаю, я все умею, я ко всему могу приспособиться. Потрясающее, замечательное, великолепное образование. Да. На сегодняшний день я тоже как-то так вот удачно приземлилась в проектную организацию, которая занимается реконструкцией железных дорог от Калининграда до Сахалина. Сами понимаете, реконструировать и строить можно там. Жизни не хватит. Так, и как только начальник говорит, что так, у нас проект на Сахалине, я как в этом фильме. Проекты, значит, там на Урале, реконструкция там мостов. Каменный карьер. Да, каменный карьер. Я. Замечательная профессия. Я очень благодарна судьбе, что я оказалась на географическом, что я получила это замечательное образование, которое помогло мне устоять в этой нашей вот такой бурливой жизни, не потерять себя и вообще получать от жизни удовольствие. До сих пор на пенсии. Меня три раза уже сокращали по пенсионному возрасту. Четыре раза опять эти же самые меня обрабатывали. Там все оказывается, что... Спасибо. Что это образование университетское, оно... Да, да? Оно играет большую роль. То есть, да, молодежь прекрасно ориентируется в этих кнопках компьютерных. Ну, как только нестандартная ситуация, они в ступор попадают. Нет, сразу. Тут идут Продолжает держать. Как молодец. Ура. Молодец.